Эпоха перестройки на пороге. Кто что-то стоил, сделал за границу ноги. Кто что-то делал, таких было немного. Старались приспособить, что лежало плохо. Варили кооперативы, левые левайсы. И первых рэкетиров на стрелку гнулись пальцы. Спортсмены покидали свои арены, чтоб крыши стать у первых бизнесменов. Цвели, как первоцвет на Тверской путаны. Шел видео в салонах, боевик с Ван Дамом. А чья-то песня про вишневую девятку взрывала мозг и клубы из любой палатки. Девки носили яркие лосины, коллекционируя банки из-под пива. Людям предлагали счастье в трех стаканах. В подземных переходах шустрые каталы. Грянул гром, замерли кварталы. Эпоха перестройки в новый мир портала. Время пустых витрин, рассвета криминала и обещаний перемен с телеэкрана. Грянул гром, замерли кварталы. Эпоха перестройки в новый мир портала. Время пустых витрин, рассвета криминала и обещаний перемен с телеэкрана. Потеснив закон в пепельных костюмах, свободу берегла элита под охраной ОМОНа. Ваучер Чубайса играл как Марадонна. Столичные просторы к рукам прибирали воры. На переговоры приходили с автоматом, который предъявляли как японский калькулятор. А кремлевский кратер прятался за братвой, награждая грязный беспредел золотой звездой. Наблюдая за спектаклем этим работяги, в очередях за колбасой устраивали драки. Депутаты в банях бюджет пилили в карты, отвисая в выходные где-то в Монте-Карло с дом перед в бокалах, а бедняки бухали свой голод, заливая литрами рояля. Деньги исчезали, как и вера миллионов. Золотой фонд лежал на счетах офшорных. Грянул гром, замерли кварталы. Эпоха перестройки в новый мир порталом. Время пустых витрин, расцвета криминала и обещаний перемен с телеэкрана. Грянул гром, замерли кварталы. Эпоха перестройки в новый мир порталом. Время пустых витрин, расцвета криминала и обещаний перемен с телеэкрана. Уверен, что наши действия по достоинству оценят потомки. Врагов или партнеров в темных коридорах встречали первых киллеров, щелчки затвора. А после тела, обсыпанное мелом, газеты называли смело жертвой беспредела. Продукты сдуло, будто с полок магазина, и клетчатый балу звалил челнок на спину. А толпы сброда в поисках дохода меняли деньги на фантики Мавроди. Где было техно, в клубах под колеса тупо. Там появлялся дилер, сбыть кому-то дозу. Певицы становились только через койки близость. Такой вот первый никакой нашел бизнес. Сколачивая быстро капитал, начальный расправил свои плечи. Статус криминальный, пока народ не въехал. Что это и сколько в условных единицах будет стоить водка. Грянул гром, замерли кварталы. Эпоха перестройки в новый мир порталом. Время пустых витрин, расцвета криминала и обещаний перемен с телеэкрана. Грянул гром, замерли кварталы. Эпоха перестройки в новый мир порталом. Время пустых витрин, расцвета криминала и обещаний перемен с телеэкрана.